Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем наш цикл по теории вероятности. Задача номер 41. Некоторый прибор состоит из трех блоков. Если в работе одного из блоков происходит сбой, прибор отключается. Вероятность сбоя в течение года для первого блока составляет 0,3, для второго блока 0,1, а для третьего блока 0,4. Какова вероятность, что в течение года не произойдет ни одного выключения этого прибора? Итак, давайте мы с вами распишем номер 41. У нас есть три прибора. Первый, второй и третий. Естественно, он может работать, а может выключиться. По условию задачи нам даны цифры, по которым он сбоит. Итак, для первого блока сбой 0,3, для второго блока 0,1 и для третьего блока 0,4. Давайте мы с вами вспомним, что единица – это событие, и событие – это сумма событий, самого события ему противоположного. Итак, чтобы прибор работал, от единицы отнимаем 0,3, получаем 0,7. В данном случае отнимаем, получаем 0,9. И тут 0,6. У нас стоит вопрос какой? Значит, в течение года не произойдет ни одного выключения прибора. То есть прибор должен работать все время. 0,7 умножаем на 0,9 и умножаем на 0,6. Эти события не зависят друг от друга, поэтому мы выполняем умножение. Значит, и ответ 0,378.